Я что-то не понял, а я что, в небе остался и совсем один, а как мне выживать, смотрите? Ребята, подо мной вообще ничего. Владос! Стоп! Откуда голос? Владос! Здорово! Спаси меня! Помоги мне вылезти из этого блока! Как я тебя спасу, если я сам на одном блоке? Стоять! У меня есть еще одни блоки. Погоди, а что значит Лего Лаки блоки? Я что-то не понял. Подожди! Ай, Владос! Ай, больно на нем стоять! А Лего колется! А точно на Лего неприятно стоять! Купик, так его надо ломать. Смотри, я сразу бабосы получил. Смотри, Купик, по 2 рубля просто 2 стака. Нормально тебе, конечно, а у меня вот... Да ну нафиг, ребята! Купик, жучара, блин! Я вообще ничего не делал, я вместе с тобой улетел. Я тебя не взрывал, Купик, я сам сдох. Это было по чесноку, считай, это было честно. Ооо, сорян, один раз. Все, больше... Больше не буду, да, давай договоримся, что только под... Это ты сам, это уже что ты сам. Мне гонишь, я уже 3 раза из-за тебя это умер. Это ты сам, о, покрышки, дошек, все это забираем и хлеб, Купик. Слушай, а у меня есть доски, поэтому мы можем сделать с тобой верстак. Я его сделаю, вдруг мне выпадут какие-то офигенные гемы, но Лего... Давай, мне уже выпали лично. Это, конечно, очень интересно, первый раз такой, ребята, вижу, посмотрите. Вы можете написать в комментариях, какой лаки-блок сделать в следующем выпуске. Найти его на просторах интернета, попросить у кого-нибудь, но я не думаю, что вы вот этот лаки-блок где-то найдете. Нам его специально сделали для ролика, и если вы попросите в комментариях очень хорошо и очень так гладенько, нифига как я его пырнул, пока летел, вот, мы обязательно попросим, чтобы нам сделали лаки-блок из ваших комментариев. Кстати, а если сделать лаки-блок комментарий... Чё? Почему мне батоны летят бесконечно? Я что-то не понял. Ладно, на всякий случай я его выкину. Купик, можно я еще раз в тебя стрельну? Просто у меня такая... Да хорош, я уже запарился умирать. Все, ладно, договорились. Смотри, покрышка. Блин, да как так-то? Я совсем забыл, что я... Ладно, ничего страшного. Я уже, по-моему, 3 раза сдох за эту серию, хотя мы вообще особо лаки-блоков-то не поломали еще. А сейчас ты... Давай, все, погнали. Сейчас-то все будет хорошо. Хорошо. Не надо. Не вздумай, пожалуйста, Купик. У меня покрышка, видишь? Нельзя ее ломать. Ну давай разок. Нельзя покрышку ломать, не трогать. Воу! Ты чё, дурак? Меня за вож вырнуло на 1000 блоков. У меня покрышка сгорела. Смотрите, кстати, эти 2 лаки-блока, они разные, между прочим, если чё, да, ребята? Ну чё, я вот эти ботинки надевать не буду, вот это не буду. У меня очень много хлеба какого-то фига. О, а вот эту броньку уже... Можно. Блин. Ничего себе, я так прыгаю высоко, Купик. Мне это не нравится, потому что я так, ну, не привык прыгать. О, кефир, вот это я понимаю. Протеин шейк. Надо столик зачарования. Все, у меня кефир в кетчуп превратился. На, лови. Блин, не докинул. Ты что там все повыкидывал, Купик? Ну зачем? Да, но не нужно, нафиг, не нужно вообще. Слушай, у меня есть верстак, но его я ставить не хочу, потому что если вдруг ты меня взорвешь. Да, ну взорвусь. Да ты дурак. Они что, морозят тебя, не морозят? Да я на себе проверю, Ну-ка. И... О! Ого! Ты что сделал? Зачем? Это все твои звезды. Это не мои звезды, это базука. Твои звездочки, они до добра не доводят, я же говорил. Ну ты, Купик, вообще, я ж драться буду. О, пузырики, фанфурик выпали со спиртом. Нормально тебе, конечно, так. Уходи отсюда. Ребята, поставьте обязательно лайк на эту серию. Вот прям реально, вот от души поставьте лайк, потому что такие серии я сам очень люблю. И я буду рад, если вы поставите лайк, и мы будем чаще такие снимать. Их на самом деле очень сложно снимать, потому что такие лаки-блоки, опять же, вы нигде никогда не найдете. Их надо делать самостоятельно. Черт. Делать их сложно и долго, поэтому, ребят... Да хорош! Ничего себе! Я сейчас, знаешь, на какой высоте? 280 блоков! Давай падай вниз в бездну прям. Она так далеко. Ладно, я тогда сам себе килл пропишу. Хорошо, я возрождаюсь, Купик. Все будет нормально, мы продолжаем ломать. О, чё это такое? Мне сейчас спампоинт сломается. Почему их так много? Почему так много их было сейчас? Я что-то не понял. Ключики мы выкидываем. Можно я просто промолчу в этот раз, Купик, пожалуйста, окей? Просто я молча мимо тебя дальше пролетел, нормально все было, да? Дальше будем молча абсолютно ломать лаки-блоки. Согласен. Согласен, да? А что ты разговариваешь? Да что-то...
Давай я до тебя. О, у тебя яблочки офигенно улетели. Купи-ка офигенный. А у меня такие уже есть. Не, у меня там есть. О, дубинка, дубинка. Ну ладно, мы все это повыкидываем, потому что это все такое себе. А вот это мы можем надеть. Не вздумай. Я уже думал, ты меня ударить хочешь, это яблоко. А, нет, это яблочко, это просто вкусненько. Купик, а я могу тебе взятку, если что, дать? Да. На, смотри, у меня есть 2-рублевые монеты, лови. Только я тебя за... Баблишко выкинул, ну бывает. Бывает, реально бывает. Как так-то? Вот. Ладус, ладус, держись. Держусь. А мне чего, мне вообще пофигу. А так у меня лук. А что, они до тебя даже не достали, в смысле? Перестрелять. Нифига себе, какой меч, Купик. Ты видел у меня какой меч вообще? А лук? Да, нормально, так, очень интересно. Сколько раз на серии уже умер? Я где-то раз 100, мне кажется. Я уже, наверное, тоже раз 1 000 000 примерно умер. Мне очень нравится этот лаки-блок. Посмотрите, ребята, какой он еще и красивый. Очень классный лаки-блок, прям вообще. О. Купик, а я тебе обещал, да, отомстить за базуку-то, да? Нет. А я отомщу. Нифига! У меня 0 фпс стало вообще в Майнкрафте. Ты представляешь, у меня все зависло. Пока. О, это мы выкидываем, это какой-то забродивший кефир. Ладно, ладно, у меня просто еще одна пушка появилась, я тоже хочу затестировать. Не надо, у меня тоже появилась, Купик, Купик, Купик. Вот такая вот, такая вот. Дурак? Че дурак-то сразу? А дурак? Это второй раз не я, стой! Не стреляй, не стреляй, стой, стой, стой! Да нафига, Купик? Ты реально думал, что я не буду в тебя стрелять, когда тебе 4 раза подряд кокнул? Я тебя 1 раз подряд только кокнул, ты понимаешь? Капец, ты мне тут подкокнул. Как может быть 1 раз? Стоп, подожди. А мне выпало же много земли, почему сейчас... Погоди, Владус, Владус, стой, 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 Владус, 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 чекай, чекай, чекай. Ты тоже наверху бьешь какую-то белую точку? А почему этим мечом бить нельзя, я не понял. Стой, говорю, какой бить? Да ты дурак, ты смотрю, говорю, наверх. Да, вижу, так прыгни, 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 Купик, прыгни. А что это такое? А, уже не работает. А, до нее можно было долететь. Слушай, давай летать, научимся с тобой и долетим до нее. Я хочу ее взорвать, погоди. Не надо, не надо, но эти бомбы сейчас упадут прямо на нас, не делай этого. Нет, пожалуйста. Они же в бок летят немного. Купик, я тебя прошу, не стоит этого делать. Смотрите, насколько быстро я бью. Да? Только не меня, эй! Что? Я даже не вижу, что двигается мой меч. Подожди, невозможно с помпой сломал. Стой, 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 пожалуйста, не надо. А, ну давай, перестань с помпой обязательно. Стой, да, я до тебя доберусь. Отстань! Вот так вот, вот так вот, вот так вот. И можно я тебя ударю один разок все-таки? Нет. Тогда иди на свою территорию. Иди, 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 не надо меня взрывать опять, пожалуйста, я тебя прошу. Вот, ну реально, хватит уже. Можно просто добывать такие блоки и выживать там и все это дело делать. Так интересно, лучше тебя бабахнуть. Не, меня бабахать не надо. На тебе лучше питомцев, вот тебе маленький же ребенок, вот большие, вот тебе, конины, короче, поешь. Все, а я буду дальше ломать лаки-блоки, потому что... Че? Откуда алмазный блок? Это мой алмазный блок, если что. Это мой алмазный блок. Да, купить, забирай, 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 я просто лошадок скидываю. Не вздумай даже его забирать. Просто лошадок скидываю, лошадок скидываю. Как ты сказал? Ты лошадка, ты лошара! Купик, а зачем ты меня хотел скинуть, скажи ко мне, пожалуйста. О. Да я не, да я просто подумал, что такая красивая лошадка стоит, можно ее скинуть. Я просто перепутал немного. А, перепутал, ну смотри, у меня что есть. Вот. Это не ты я. Ты нафига его на мою сторону скинул? Я его не... Это же ты заспавнил, ребята, напишите и в комментах, что это не... Офигеть, какой длинный меч и очень тонкий, очень тонкий. А что, с помощью него можешь летать? Научимся. Я не знал, я не знал, что он так быстро тебя убьет. Я тебя меч прос... Все, Купик, все. Ты меня убивал, я тебя тоже отомсти... я тебя понял, родной, я тебя понял. Не, Владус, ты просто... Ладно, все, давай, давай больше... Да ты просто, когда блоки скидывал, тебя кокнуло из-за этого. А, серьезно? Да. Нифига. Блин, ну бывает, что, Купик, а если... реально бывает, я тоже про это же... А я видел, у тебя лук в руке. А давай я тебе его отдам, и у меня не будет больше лука. Давай, давай. Все, на, сейчас я тебе отдам. Давай, давай, скидывай. Да, вот, да. Все, другое дело, у меня такой лук уже есть. Что делаешь? Зараза какая, вот реально, посмотрите на него. Ну ничего, нормально. Я думаю, по смертям мы уже вообще друг друга догнали. Ну, кстати, я скопал этот колодец не зря. У него есть гемы, и из этих гемов можно сделать что-нибудь уже интересное. Нифига ты, конечно, что придумал. Оп, нормалек, нормалек, не шей мне срок. О, топ, мне выпали деревянные предметы. Классно. Ну, я думаю, что это не самое лучшее за этот выпуск, потому что... Купик. Пока. В смысле? Да ты...
Ну, сорян, я просто обрадовался, что у меня наконец-то появился полет. Наконец-то! Ты сейчас, понимаешь? А я просто не знаю, что он дает полет. Я сейчас тоже проверю, может, что-нибудь тоже там появится. Ну-ка, давай, давай, давай. А на ком проверишь-то? Подожди, стоп. А, я долечу до этой штуки, Кубик. Давай, тэпайся ко мне, тэпайся, тэпайся. Нет. Ну почему? Ну, а, да, да ладно. Ты даже не представляешь, что это, Кубик. Но я думаю, мне что пофиг, ты сейчас... я не пойду к тебе, ты меня убьешь. А не надо, не надо. Да, я тебя и так убью, только я могу это сделать с воздуха сейчас. Нет. Лови! Давай! Запустил, Кубик, лови ее, лови, 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 лови. Видишь, что пролетает вместе со мной? Это был огненный шар, правда, я в тебя не поп... Не бей, не бей, не бей, не бей, не бей, не бей, не бей. Ты сюда без урона, так что тебя... это да, ты меня даже не сможешь вырубить. Неплохо. Вот это мы развились с вами, ребята. Вот это я понимаю выживание на одном лаки-блоке, да? Сразу, давайте чеканную монетку бросаем. Улетаем. И Кубик у нас умирает. Нет, я жив. Ух ты, у тебя крутая кепка Марио. А почему я горю бесконечно, ты мне скажи, пожалуйста, Кубик, а? Ну, что-то у тебя... Почему это, да, почему? У меня этих луков уже. На, лук-батун свой забирай. А что ты мне скинешь? Я так инвентарь очищаю. Блин, мне очень нравится лаки-блок Лего. Прям вообще офигенный. Я не ожидал, что он такой классный. Пивасик выпал, Кубик, мне выпал пивасик. Надо пивасик? Подожди, я, блин, блоки очищаю. А у меня куда-то пивасик, короче, упал, ну ничего страшного. Мне такое выпало, но я это не... А нет, я это подобрал. Смотрите, если отлететь на большое расстояние... Кубик, можно я в тебя стрельну один раз? Нет, отстань! Сейчас залагает Майнкрафт, возможно, готов? Блин. Эй! Блин, я думал, сейчас вообще просто жесткий залаг будет. Не, если бы я в тебя попал, вот тогда был бы залаг, и ты бы взорвался. А зачем я тогда прыгал в бездну? Кубик, смотри, какие лаки-блоки выпали, смотри, смотри. Я зачем в бездну прыгнул? Эй, алло! Я не знаю, ты видел, Маша и Медведь, лаки-блоки выпали, Among Us, ты чё? Ну и зато ты видел... Попался в ловушку! Чё, я уже не в ловушке, Кубик? Да я понял, ты ко мне допомнился, но у нас не случайно. Ладно. Ребята, давайте, марафон, ломание лаки-блоков. Ух ты, еще и еще какие-то сополоманные. А чтобы марафон был интереснее. Стой. О, нет, ты что, сам скинулся? А ты что, живой? Я, да, я прилетел обратно, я же... Ты дурак, в смысле? У тебя же летание есть, ах ты жучара. Опа. Ну что, готов? Я же обещал, что Майнкрафт может залагать. Давайте, ребята, дожимаем лайк на этот ролик, и я протестирую эту штуку на Кубике. Плиз, не надо. Надо, Кубик, ну все. Лайки уже полетели, смотрите, дракон. Дракон! Чё, он умер, что ли, уже сразу же? Я сам не понял. Я его даже убить не успел, хотя я бы убил его с одного просто... Это что за магия? Смотри, ладно, здесь что-то происходит, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, беги отсюда, Кубик, беги отсюда! О, меч! Мой! И чё это за меч? Давай, ударяй! Сейчас, так я тебя не могу ударить, у тебя урона нету, блин! Ну попробуй! Да, реально нету. Ну ладно, я попробую эту штуку. Вау! Ребята, обязательно подпишитесь на мой канал прямо сейчас, чтобы не пропускать новые видео. А также посмотрите другой ролик.